Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы продолжаем проходить Зомби-Ю. С того момента, где мы закончили. Катсценочки. Так, а пропустить это можно? Интересно. Escape. Замечательно. Все, просыпаемся. Говорит живой. Давай быстрее. Камеру супермаркета еще не фурычат. Почини их. Да, без проблем. Ща починим. Так, камеру супермаркета. Где и зомби там не отреспавнились? Хотя должны были отреспавниться. Ну, как-то так вышли вчера. Ой, вчера, сегодня, боже, это я просто лег поспать, так это для меня вчера было. Лондонский мост. Так, ладно, давайте пропустим. Лондонские мосты, так, по-моему, на Т-сканер, да? Так, ну мне же карточка нужна какая-то, да? Опа. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Только осторожней там. Дядя? Ахаха. Добиваем ублюдка. Искать. Надеюсь, вам все видно. Здесь, надеюсь, никого нету. Эшки тоже ничего не оказалось полезного. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Как скажешь. Да, я вижу там полно всякой дряни. Давайте наверх поднимемся, осмотримся. Пусть вылазит. Что, это батарейки? Сигналка? Давайте подымем. Швыряться. Внимание отвлечь. Отсканируем этих ублюдков. Так, ясно. У нас тут трое. Трое гостей. Гость к ним не лизон. Попробуем снизу подойти. Так, я думаю, может сначала бегуна убить? Хорош. То ж тебе ногу так оторвала. Так, у тебя тоже пусто. Вот ты. Нафиг, лучше буду добивать их. Понятно, какие-то мутные пацаны.
Но здесь мы явно пройти не сможем. Мне так спокойней. Так, патроши. Патроши — это всегда хорошо. Только пусто что-то здесь как-то, знаете ли. Лута не очень много. Ладно, давайте еще раз обсканируем, что здесь есть. Там что-то есть. Сейчас будем знать. А, мне эту камеру, по-моему, отсканировать надо, да? Или нет? Так понимаю, назад мы уже не вернемся, да? Чего? У нас есть пистолет. Для очень больших передряг. Я на самом деле обыскал бы скорую помощь. Вы знаете, медикаменты, они всегда полезны. В условии выживать. Хотя бинты какие-нибудь. Так, отсканируем. Женя нету. Ёлки-палки. Он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Мужик. Не-не-не. Нафиг. Ух, вроде как вошли куда-то. А что делать? Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. Там один вроде как. Ползунишка. Один уже легче. Хотя здесь каждой секунде. Так поспокойнее будет. Дроны. Это что такое? Энергетик. В энергетике, в принципе, сейчас не особо нуждаемся. На флайеры повыкидывать. Бросить. Пускать. Так. В принципе, еще два слота у нас свободно. Пистолет нормально еще. Заграждение. Без него часть двери не открыть. Молоток, понятно. Ну ж, я разрез не мяза. И что это? Молоток. Как уж подгон. Будешь там грать. Все, что не привинчено, твое. Так. Давайте молоточком отдерем здесь. Как-то так. Легче прикроем. Хотя, если что, нам придется отсюда же убегать как-то. Там пацан встанет, нет? Давайте лучше шуметь не будем. Там сигналка, там сейчас, наверное, зомбаков набежит уйма.
знаю, хорошая ли эта идея убирать брус. Если заперли, значит, не просто так. И зря. Хотя нет, не зря. Там зомбаков, наверное, бежал с другой стороны. В принципе. Мышки. Помечу-ка я тебя на всякий случай. Чтоб ты не сбежал никуда от меня. Минус один вероятный посетитель. Иди ко мне. И у тебя тоже пусто. Сок. В хозяйстве сок сгодится, я думаю. Интересно было, что там за перегородка такая, можно ли сюда войти. Это что за подгон? Улучшение разброса, я думал, там дробовик какой-то. Посмотрим. У нас, по-моему, там несколько улучшалок уже. Да, смотрите. Можно будет какую-нибудь пушку улучшить. Я думаю, лучше их сохранить как-то, и потом какую-то одну такую вот прям уж, которая мне прям западет в душу. Улучшить. Прям ух. Что у нас там? Чем обрадуете? В этой игре расслабляться не стоит. По-моему, один пассажир, если это, конечно, не крыса. Подвал. Не, я хотел вообще-то в сумку заглянуть. Как пожелаете. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. Простите, от векса ударил. Скотину! Ударил нас. Ну-ка, давайте посмотрим, что есть, как хилки вообще действуют. Даже места немного. Освободить. Попили заодно. То хорошо, да? Я смотрю, так нормально снимает. Давайте лучше закроем здесь все с собой. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Еще мышки. Чё-то я стремаюсь. Стрелять, знаете, вообще как-то не хочется. Тут вроде как ничего. Тут
У нас тетка лежит, которая это. Я бы ей не доверял. Еще патроши. Что в канализации делают патроши? Все. Подключились. Ладно. Камеры снова работают. Когда сканируют. Коктейли Молотова — это классика. Порой против. А ты думал? Нет приема. Сейчас мы, наверное, их и типируем, эти коктейли Молотова. Так, один бита, два пистолет. Три будет у нас коктейль Молотова. Да, в принципе, логично. Смотрим. Есть толпень, попытаемся сжечь. Теперь нам как-то выбираться надо отсюда. Приятель, ты в порядке? Тебя по одному как-то вот. Что у тебя там было? Ладно. Похоже, на никого нету, я надеюсь. Съем энергетик. Подберу у тебя пирожное. Еще его в рюкзак. Фух. Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Чего? Лазу говоришь? Где-то там находил выход. Вспомнил. Чтобы сзади их всех обойти. Так, ну раз пришел один, тихо, красавцы, идти второй. Давайте потопаем отсюда потихо. Так, стоп. Шли там. А, вот тут. Тошно, тошно. Это ну тебя нахрен. Так, и что делать? Нафиг бегом. Все, убежище. Ну пиздюлину мы получили, но вроде как живы пока еще. Нас вроде как никто не кусал. Блин, что-то за электрический монстр такой попался нам. Интересно, интересно. Итак, тебе удалось вернуться. В главном зале есть... Это точно. Со знаком вороном. Пора показать, как он работает. Дорогой Джун, прости, но мы не согласны с твоим толкованием пророчеств. Ты циклишься на части о горящей земле, а мы считаем ее предостережением и советом помогать людям, а не стоять в стороне. Дорогой Джун, прости, а, ясно. Мы не согласны. Читает. Ты циклишься на части о горящей земле. Так. А мы считаем ее предостережением и советом помогать людям. Они вот меня эти звуки напрягают. Я знаю, ты злишься на нас с Роном за спор на последнем собрании. Но пойми. Если мы ошибемся, мир хотя бы станет чуть лучше.
А если мы правы, но не поторопимся, вся планета окажется в опасности. Жаль, что ты этого не понимаешь. И нет, мы не хотим тебя заткнуть или перекричать. Я знаю, что ты это сказал в запале. Но все равно слышать это было очень обидно. Я думаю, Питагда можно выложить. Мы ценим твой опыт. Именно поэтому я настояла, чтобы тебя позвали. Но мы не дети, хоть и не разделяем твою точку зрения. Совет поручил мне временно отстранить тебя от собраний, чтобы вернуть тебя в строй. По их словам, твоя эффективность снизилась. Я не стану... Я думаю, нам хватит, да? Я еще люблю тебя и знаю, как сильно тебя расстроит исключение. Но соглашусь, фатализм непродуктивен. Я уезжаю из Клермон-Феррана, чтобы поискать в библиотеке что-нибудь о чумных докторах. Так. Позвоню, и мы отправимся на площадь Александра смотреть народные гуляния. Необходим пропуск. Я так скучаю по нашим вечерним прогулкам. С любовью, Сандра. Чёрт, с любовью, Сандра. Орда на подходе. Смотри на радар. Тетя же Мотя. Давай-ка тебя побыленько. Охреневши. Сколько можно? Да ну. Чё, издеваетесь? Буду знать. Четыре патрона. У них, конечно, беда, но инстинкты как у зверей. Так о них и думай. Видишь чумного, помни. Это не сосед, не друг, не родственник. Они все мертвы, а эти твари украли их лица. А что, еще не все? Еще прыгают. Что делать? Сколько вас тут? Я жизнь как бы хочу. Эта падла еще запирает за мной двери. Молодец. Но несколько тварей прорвались раньше. Прикончи их. Где там еще несколько тварей? Один, два. Жиробасик. Фух. Я тоже думаю, очень Отдохни. Хорош. Теперь можно. Где-то там видел еще коктейль Молотова. Без хорошего сна никак не обойтись. Может, ты поцелуешь меня в пятую точку? И поспи. Такие пироги, блин. Есть идея.
Пора бы нам прогуляться по окрестностям Букингемского дворца. Если тебе повезет, все побегут прогонять чумных, и ты проберешься внутрь. Что-то как-то очень много приключений на одну серию, да? Все вроде залутаны уже, да? Падла, блин, запирает нас. Давайте посмотрим, что у нас есть. Огневая мощь 77, скорость 0.30, разброс, емкость. Я не хочу. Скорость, разброс. Давайте разброс. Скорость нам, в принципе, на пистолете не надо. Все, так, посмотрим. Ну, вроде как поменьше уже стал. Неплохо, неплохо. Кидаем сейчас опять ненужные шмотки. Оружие, патроны и припасы. На себе все не утащишь. Зато если есть тайник, всегда можно запастись перед вылазкой. Храни там все, что хочешь. Так, нет, я вообще-то хотел наоборот тащить все. Коктейли Молотова нам тут надавали, тут вообще смотрю. Праздник живота. Я там, по-моему, один патрон лежал, чтобы застрелиться, да? Что-нибудь похаваем. Что, будет вкусно, приятно. Использовать. Патронов, конечно же, так, 19. Еще в магазине у нас сколько? В магазине еще тоже 13. Ну что, я думаю, можно на вылазку идти, да? Только давайте сохранимся, может, как-нибудь. Ну, слава богу. Я думаю, на этом может серию можно закончить уже. Хватит с меня приключений. С вами был Зазепа. Всего хорошего, удачи.